Доброе утро! Всем привет, всем доброе утро, мы на канале Очернов. Время 10, а мы уже гуляем. Потому что Кирюша опять будет страдать, что ему нечего делать. Вот я сегодня утром опять сидел и нечего делать. Я такой, пойдем погуляем. Да, и вот, не он сказал погуляем. Хотя Настюша это предложила. Да. Я говорю, давай, тогда будем ходить гулять со мной. Приехали в центр, поставили машину и да, идем, просто пройдемся где-нибудь. Может, как всегда, традиционно выпьем кофеечку, да? Да. Сегодня солнечно, 10. Солнечно, уже не солнечно, уже 9? Все, уже за. Или 10 градусов? Ну, как бы прохладно реально. А нажимать не надо никуда тут? Нет, он сам, пойдем, погнали. Вот, и, ну, если быстро ходить, то нормально. Так, детки учатся, все хорошо. Учатся, Макс тоже учится, да. А что? Ну да, знаете, такой довольный со своим пеналом пошел, всем показывал. Ну, он уже реально прикольный пенал. В честь пятницы обещали его забрать сегодня мы пораньше. Сегодня еще у нас отмечают день в школах учителя, и день учителя, да. Так что мы вас тоже всех поздравляем, кто к этому причастен хоть как-то. Вот, и поэтому у Полинки сегодня сокращенные уроки, ведут уроки старшеклассники, насколько я поняла, да? Она тоже довольная, пошла, какую-то открыточку учительница сделала. Да, короткий сокращенные день. Уроки. Ну, поэтому сегодня все будут дома раньше, и будем просто балдеть дома, заниматься домашними делами. Вот так вот. Смотрите, тут сравнительно недавно. Нет, ну не в этом году, конечно, но сравнительно. Мне кажется, 2 года назад. Сделали вот такой вот пешеходный мост. То есть вот это мост, но и это пешеходный. Мы по нему идем первый раз! Да? Очень такое интересное покрытие, оно не скользит. Угу. Ой, здесь лавочки. Вот такой вот у нас вид, смотрите-ка. О! Вау, да? Видно Зыргусала? Вот там вот Зыргусала. Угу. Да. Очень красиво. Холодно? Нормально уже. Ну, просто быстро идем. Может, да. Не помню, а вечером это фонарики включены, да? Да, все включено. Он еще подсвечивается. Ой, а что-то он так шумит или шатается. Нормально это все? Нет, скрипит. О, смотри, уже. Как зайка блестит, да? Блестит, да. Да, немножко да. Видно. Угу. Ой, ну на солнышке вообще классно, да? Да ветра нет. А кто-то ветер подует холодно. Хорошо. Дома куча стирки. Надо помыть посуду. Нужно помыть ванну. Это мои планы такие. Сегодня мы решили погулять. А почему? Нет, все остальное успеть. Так что вы тоже не сидите, давайте погуляйте. О, вы с нами гуляете в новых местах для вас. Здесь, кстати, когда с моря идет ветер сильный, когда в канале поднимается вода, вот эта часть вся, вот эта дороги. Вот, да, тротуар, она находится в воде. Серьезно? Серьезно? Ты сам видел? Да. Интересно. Вот это вот именно, да, кусочек. Вот это, да? На набережную и пройдемся по ней, да, эту часть и за мостом вторую часть. Но здесь, конечно, так чуть-чуть небезопасно, да? Да. Ну, то, что вот если гуляешь так здесь, например, с детьми, здесь, да, очень, ну, ограждения аккуратно. Нет. Да? Ну, так, да? Вот видите,
Взял. Кирюш у меня за сумку держит. Ну вот так вот, да. Как есть. Вышли опять на нашу центральную улицу. Погуляли достаточно уже. Какой часик, да, наверное, уже прошел. Да. Пойдем попьем кофе. И да, Кирюше уже нужно будет ехать. А я могла бы, может быть, еще пройтись. Кстати, может, я еще пройдусь, а может и нет, потому что мне тоже уже в садик скоро. Хотели попить кофе в другом месте, но время это займет подальше идти. Поэтому... Зайдем в Дарбницу, да? Ну вот да, сюда. Попьем кофеек, если там будет местечко. Пойдем. Взяли два кофе, американо, круассанчик, я себе взял шоколадный, а Настюша себе взяла сырный. Ну что, попьем кофеечек и чуть перекусим. Пока мы пьем кофеек, Настюша берет и открывает влог, чтобы вы оценили. Так что подписываемся, ставим пальчики вверх и пишем комменты. Поздали с влогом, потому что мы гуляли. Мы с вами телепортировались немножко уже в вечер. И даже уже Кирилл подъезжает, где-то вот тут должен быть. Буду ему картошку жарить и купаты. Не знаю, как так вышло, реально. Полдня просто занимались какими-то домашними делами, уборка, то все. И отдыхали, конечно же, тоже. Ну, и уже бац, и вечер. Да, да. Что вам, Полина, делать? Иди помоги мне ручкой. Тряхни картошку так. Давай. Другой рукой. Угу. Ну вот, целая порция. Аккуратненько, не мимо, чтобы. Ты доску не держи, я доску держу сама. Вам, короче, макароны с наггетсами опять? Да. Хорошо, все, спасибочки. Это вода упала. Давай, мы ее поднимем. И... купатики сюда сейчас положу. Я купаты не ем. Даже... Ой, надо ножнички. Сорян. Вот я купаты не ем, говорю. Даже их не трогаю, видите? Да шучу, шучу. Ой! Шучу, шучу. Не ем по одной причине. Что я понимаю, что это вот эта оболочка, да, кишки. Мне неприятно. Хотя я прекрасно понимаю, что там вкусное мяско. Ну, не могу, и все. Сосиски тоже стараюсь не есть, которые в этой натуральной оболочке. Вот так вот я. Противная такая. Приехала, смотрите, нам Полинка что подарила. Она сделала плакат
Я думаю, что он там полдня делает? Она всю дорогу звонила, спрашивала: папа, какие конфеты ты любишь? Папа, да? Какой шоколад ты любишь? А мне звонила про жвачек, спрашивала, какой мы любим. Тут разные надписи. Как ты так красками вот это сделала? Да? Вообще, у меня случайно так один раз штучку, такая вот штучка сделалась. Думала, что, очень красиво, одну? Да, очень красиво. Ну, так вот с кисточкой. Ну, все, пускай лежит. Даже не поднять одной рукой, тяжелый. И что, после поделиться конфетками? Хорошо. С тобой? Да. Хорошо. Ну. Так, я приехал. Настюшка мне приготовила сюрприз. Она пожарила картошечку. А у нас уже просто ужин, это сюрприз, да? Не, ну... Ой, как хорошо. Девочки, готовим ужин. Это расценивается как сюрприз. Не, ну просто я вот думал, что будет дома покушать. Я думал, что у нас будут драники, картошка. Откуда? А тут что, я должна приехал, была потереть? А тут приехал, смотрю, опять Подожди, картошка. А что, мне надо было самой потереть? Ну нет, конечно, у тебя маникюр новый. Салатик. Поэтому не за салатик. И смотрите, тадам-тадам-тадам. Купаты, а кому столько штук? Тебе. Все? Да. Хочешь, чтобы я потолстел? Тут больше нет. Только ты. Но пахнет вкусно, ничего не могу сказать. Это все? Больше нет их? Или еще? Полпачки. О, ну, о, смотрите, какой у меня ужин сегодня. Обалдеть. Так, клади сюда салатик. А салат кому столько? А, малина еще будет, я макаронки варю. Хорошо. Ты кушала сегодня? Ты кушала сегодня? Да, я два драничка доела. Молодец. Ой, видите, у нас уже почти темно. Ну, не темно, но так, сумерки. И мы приехали в магазин, потому что поняли, что... Сейчас, зачем мы в Лидл приехали? Эти наггетсы. Посели наггетсы. Они сейчас наггетсы... Короче, они подсели на эти наггетсы очень сильно. Они сейчас, короче, съели наггетсы, а Милена говорит, а где мои наггетсы? А вообще было две пачки. Они вкусные. Уже все, закончились. Да не говори никому, потому что сейчас мы будем за ними приходить, а их не будет. Да, приехали в Лидл за наггетсами. Что, Полина, сейчас потертый сыр? Движение. Потертый сыр взять, а потом... А вообще изначально мы чуть решили выехать в магазин, потому что нет хлеба. Привет. И этот самый... Дыня, да, была очень вкусная, нереально. Да, это было в Максиме. А сегодня мы ее половинку дынистого зимника достали. Боже, какая она была вкусная, да? Да, поэтому купим сейчас еще раз. Да. Эту дыньку. Про что говорю? Вот нормально. Поделись с вами чем-нибудь. Оставили нету. Пачку. Я хотела больше взять. Спасибо, ребят. Ну, несерьезно. Как так орет? Здесь даже не поснимать. Все будет в авторских правах. Может, макароны возьмем? Какие? Какие? Вот эти. Давай спиральки. Макароны, бекон на завтрак. И идем. А, нет, возьмем еще помидорки все-таки и зеленый салатик. Да, да. Ну все. По маленькому. Давай воду в Максиме. Давай. Там вкуснее. Спасибо. Мы уже в Максиме. Алиса, открой дверь. Алиса, открой эти штуки. Не работает. Алиса, открой. Кто еще раз? Приехали за дыней. Ой, лишь бы она была. Ой, я вижу их. Зоя, 2,69 перцы по акции. Помнишь, мы с тобой покупали их по 88 центов? Были времена, были. Сейчас дорого. Ой, огурцы хотела, но они такие. На последнем издыхании. Ну, была очень вкусная. Была. Узбекистан. А я что сказал про то, что видео? Не знаю, честно. Какой бери какой? Побольше. Только лишь бы она была вкусная. Вот, давай вот это тогда. Чувствуешь так? Да. Думаешь? Да. Да, звенеть по арбузу надо, а не по дыне. Ой, здесь были помидоры дешевле, чем в Лидо. На еврик. На еврик? Могла, дешевле? Да. Турецкие. Хлеб мы берем такой. Ну, вот этот тоже вкусный. Нет, в последнее время он испортился. Этот вкуснее. Хотя было раньше наоборот совершенно. Вот такая цена. Идем домой. Можно даже фильмец какой-то глянуть, да? Все-таки у нас пятница, выходные. Вы не извините, что я опять нахожусь в ванне. Просто, когда уже вечер, когда уже все засыпают, ну, хочется, знаете, как не просто болтать на весь дом, а хочется вот прийти в какое-то местечко и поговорить. Короче, мы начали смотреть фильм, включили такси, смотрим, я смотрю, что детям это неинтересно, что неинтересно, вообще не хотят его смотреть.
Потом взяли, посмотрели, поискали какой-то новый фильм, нашли «Мегалодон». А вот «Мегалодон» детям зашел, про акулу. Только мы его не досмотрели, потому что дети уже устали смотреть, и поэтому мы выключили. Договорились, что досматривать будем завтра. Так что, да, сейчас мы с Настюшей смонтируем видосик и тоже уже пойдем отдыхать и будем ложиться спать. Так что спасибо, что вы у нас есть. Подписываемся, ставим пальчики вверх и сами, друзья, увидимся завтра.